Новым годом, дорогие мои подписчики, рыбаки и рыбачки. Вот сегодня я выехал, собирался ехать, не ехать, на речку не хочу. Вот сюда именно, на канаву, где я ловил карасей. Я сюда попробую. Правда, я поздно приехал, конечно, но лучше позже, чем никогда. Видите, без 22 час. Сейчас раз прижем коней, набью лунок, прикормлю и будем смотреть, что у нас получится. Надо искать, надо пробовать. Друзья, вот я набил 3 лунки и вот тут 4-ю. Здесь не то, что рыбаков нет. Рыбаками даже не пахнет. Вот это я один вышел. Реально не рыбу поймать, а просто попробовать. Будет брать карась тут зимой или не будет? Интересно. Порыбачьте вместе со мной. Использовать буду вот одну удочку, советская кобылка. Я как-то показывал, как она делается. Вот тут скользящий грузочек, поводочек один и сверху второй. Поставим, попробуем. Может, клюнет. Кстати, кончик у меня поломался тут на скорую руку. Отремонтировал. Ставить буду мотыли, и тут у меня мотыли. Короче говоря, прикормил все. Сижу, там еще 3 лунки у меня в стороне. На мотыля клюет синька, не дает подойти карасю. Попробовал поставить на опарыша. На опарыша не клюет. Вот у меня, видите, здесь вот мотыль. Лунку поменял, вон объела. Мормышка, вот видите, объел мотыль. Синька, она клюет очень нежно. Короче говоря, буду сматываться. Погода прекрасная, шикарная. Надо было идти на речку. Вот так вот. Смотрите, что я поймал. Это страшная рыба, называется ёрш. Представляете, какой ёршара? Да вы что? Вот такой у нас улов. Вот это что у нас поклевывает все время. Снова поклевка, такой же ёрш. Я уже на опарыш попробовал. Думал, может, на опарыш будет клевать чего-то. Вот такой же ёрш. Он лежит первый на льду. Я его в воду пускал, он плыть не хочет. Сейчас выпущу опять. И вот еще один ёршара поймался. Короче говоря, начинаю сматываться. Клюнул 5-й ёрш на другую удочку. Да, состязаний по ёршам нет. Вот так вот. Такая у нас рыбалочка получилась. Спасибо за просмотр. Сваливаю уже с этого места. Лучше бы я пошел на речку. Там бы окуней поймал.